Всем привет, мои хорошие! Я забрала вчера заказик Faberlic и сегодня решила вам показать, что я заказала. Кое-что заказала абсолютно новое, то, чего я не заказывала раньше. Кое-что новиночки появились даже, вот, например, от комаров. Так как сейчас уже лето, комары летают. И я решила взять, может быть, мне пригодятся, может быть, моим детям, внукам пригодятся, но, по крайней мере, решила взять и посмотреть, что это такое. Девочки, ну, смотрите, во-первых, вот такая вот браслет от комаров. Он одевается на руку, вот он такой. Его можно использовать, ну, написано до 72 часов защиты, но если мы не используем какое-то время, то их можно будет положить, этот браслетик, опять сюда в упаковку. Она вот так вот потом закрывается плотненько. И, в общем-то, до 7-10 дней можно использовать. То есть вышли, одели на руку, или можно на ногу, или можно на сумку его одеть. И все, ну, чтобы к коже не прикасался. И больше никаких средств можно не использовать от комаров. Ну, в общем, интересное средство. Я думаю, что надо попробовать. А еще есть пластыри от комаров. Здесь пластыри 12 штук. Но один-два пластыря можно за один раз, за один день, допустим, использовать. Один пластырь хранится 72 часа. Но я так поняла, что уже, допустим, после 72 часов этот пластырь выбрасываем и потом берем следующий. Ну, вот так. Еще, девочки, я взяла кое-что для вот похудения. Сейчас я этим занимаюсь, да. Я взяла ножные пластыри, очищение организма от шлаков и токсинов. Вот написано: выведение токсинов из организма, улучшение состояния кожи, более утоляющее действие, коррекция фигуры. 10 штук. Их на ночь надо будет наклеивать на стопу и утром убирать. Но в крайнем случае написано, прям при необходимости можно 2 раза в день. Пластыри имеют оздоровительное действие. Здесь их 10 штук. Я так поняла, 10 пар. Нет, 5 пар, да, получается. 5 пар получается. Значит, в одной упаковке идет на один раз, получается так, да. Не хочу вскрывать сейчас упаковку, потому что на ночь как бы надо. Хотя давайте вскроем, ладно, посмотрим. Сегодня на ночь налеплю. Посмотрим, как они выглядят. Мне интересно просто. Сколько их на самом деле штук? Раз, два. А это что? А, вот это, наверное, накладывается. И пластырь, вот один, пластырем наклеивается на подошву. Вот каким-то таким вот образом. Раз. Вскрыть одну упаковку и пластырь вскрыть. И наклеить. То есть получается, это на одну ногу, это на другую ногу. Правильно, в одной упаковке получается на один день. То есть получается здесь на 5 дней. Все ясно. Хорошо, надо будет попробовать. Ну, как тут написано, улучшает самочувствие и цвет кожи. И у кого акне, и у кого суставы, и позвоночник больной, и более утоляющие токсины, и шлаки, и для похудения. В общем, для общего самочувствия организма прямо должно быть здорово. Ну, не знаю, посмотрим. Состав: бамбуковый уксус, древесный уксус, декстрин, растительное волокно, турмалин, хитин, хитозан, анионы, витамин С. Вот такой состав, девочки. Ну и эффективный при ревматизме, болях в суставах и позвоночнике, улучшает состояние кожи, повышает ее упругость, омолаживает, устраняет акне, способствует снижению массы тела, улучшает пищеварение, помогает при запорах, расстройствах желудка.
Вот, рекомендуют применять перед сном, но при необходимости можно использовать и днем. Ну вот, хочу попробовать, мне интересно. Может быть, это поможет мне очистить быстрее организм, а может быть, и вес сбросить, а может быть, и с прыщичками бороться тоже поможет. В общем, проверим. Так, что дальше, девочки? Взяла еще я вот такие вот масочки для лица. Вот такие три масочки для лица взяла. Там еще другие есть, но я выбрала вот такие три. Одна маска увлажняющая с гиалуроном, преображение, вот такая вот масочка. Вторая масочка идет, восстанавливающая маска для лица алоэ «Безмятежность». Это маски тканевые, девочки. Выравнивающая тон маска для лица «Жемчуг сияния». Так что вот такие масочки я хочу попробовать. Что еще я взяла для похудения, девочки? Взяла я бесцветную губную, бальзам для губ. Так и называется — «Похудей». Вот, сейчас хочу я на него посмотреть. Ну, выглядит это вот так. Бальзам для губ «Похудей». Так, откроем. Ну, вот такой вот бальзамчик. Девочки, запаха вообще никакого нет. Абсолютно никакого запаха. Как обычная гигиеничка. Но, как пишут, что снижает аппетит. Ну, попробуем. Интересно мне. Может, действительно снизится аппетит. Что еще для похудения я взяла? Тонизирующий скраб «Актив» для тела, антицеллюлитный. Попробую таким скрабиком попользоваться. Вообще, я брала до этого вот такой скраб, и я им до сих пор еще пользуюсь. Он у меня есть. Осталось чуть-чуть. Витамины, скраб для тела, киви и авокадо. Мне этот нравится. Он хорошо размыливается, распенивается. В общем, хорошо скрабирует и смывается. Все хорошо. Мне нравится. И запах приятный. Вот такой зелененький, приятный. Так что у меня теперь будет скраба 2. Пусть будет запас. Мне это нравится. Я еще заказала, девочки, гель для душа. Заказала 2. Один я себе оставлю, а другой я подарю, ну, сыну с невесткой. А вот такие вот летние запахи приятные. Их много разных есть. Прямо большое разнообразие. Ну, я выбрала розовенький «Непал» и вот такой бирюзовый «Таиланд». Это как морская свежесть, а это идет цветы. А это цветы лотоса. Морская свежесть, цветы лотоса. Вот. В общем, вот такие вот тропические гели для душа есть. Что у меня дальше? Девочки, взяла я бальзам для стоп «Гладкие пяточки». Ну, как тут пишут, вообще мне вот этот эксперт с красным крестом, вот эти вот средства, да, они мне вообще нравятся. Вот я брала антиакне для лица, если у меня красненько только начинает прыщик назревать, сразу раз, помазала, и все уходит.
Вот такие средства мне нравятся. Ну, взяла бальзам для пяточек, гладкие пяточки, смягчает вот погрубевшую кожу. Сейчас лето, ходим в сандаликах, поэтому я думаю, что надо вот это тоже будет мне попробовать и протестить. Я попробую, а потом вам в своих влогах расскажу, что я попробовала и что, какие ощущения оно мне дало. У меня много разных кремов есть вот про ноги, про руки. Они с разными свойствами имеются. Но вот мне хотелось для усталых ног, потому что иногда бывает набегаешься за день, а вечером ложишься и прям ноги прям гудят. И смотрю, охлаждение и релаксация. Ментол и арника. Бальзам для усталых ног. Прям то, что нужно. Вот сейчас тоже хочу испробовать вот такое средство. Испытать, так сказать, девочки. Так, дальше я взяла ампульный концентрат. Скоро буду красить волосы. И как раз вот ампульный концентрат я в красочку уже добавляю. Я их меняю, они тоже разные бывают. Ну, вот этот вот для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Подходит, мне кажется, для всех волос. Поэтому я вот этот беру часто уже. Он уже у меня испытанный. Девочки, взяла пробник. Гель очищающий для туалета. Вообще сейчас вот Faberlic, у них на разные средства есть небольшие пробники. Если большая бутылка стоит, допустим, дорого, да, есть возможность взять маленький пробничек, попробовать, понравилось, не понравилось вам средство, прежде чем, допустим, заказывать большой. Ну, вот это гель очищающий для туалета. Написано 7 в 1. Нанести на 10 минут, смыть, и все прям должно быть чисто. Морская свежесть. В общем, жидкое такое средство зелененького цвета. Это средство я тоже взяла протестить и тоже буду тестить вместе с вами. Ну, по крайней мере, вам покажу, что к чему, какой эффект дает, есть эффект или нет эффекта, понравилось мне или не понравилось. Вот. И еще, девочки, заказала я два вот таких вот средства. Одно средство гель-скатка для лица. Это из серии «Я люблю Сеул». И, в общем, это как корейская, по-моему, да? И еще взяла крем. Легкий гель-крем с тающей шелковистой текстурой. Подарит мгновенное ощущение свежести и обеспечит максимальное увлажнение твоей кожи. Вот. То есть его надо нанести крем на чистую кожу. И оно прям будет ощущение сразу раскрываться на коже. Этот гель превратится как во влажность. Вот как я так прочитав, как я поняла. Девочки, я сейчас хочу вместе с вами попробовать вот эту скаточку. И потом после этой скаточки, ну то есть этим я почищу так лицо, да. А это потом нанесу и какие ощущения я почувствую. Мне очень интересно это узнать. Вот, ну и сразу вам покажу новый каталожик, вот так он выглядит, это уже идет каталог на следующий период, это 10-й каталог. Сейчас я возьму зеркало и приду, подниму волосы, и мы попробуем сейчас вот это протестить, девочки. Ну что, давайте попробуем протестить, соберем волосы. Так, я взяла мицеллярную водичку, я сейчас протру лицо. Потому что с улицы пришла, может, запылилась. Косметики на мне нет, кроме губной помады. Но немножко очистим. Я смотрю на вас, как в зеркало. Я надеюсь, вы не против? Зеркало тоже взяла. Так. Очистила вроде бы.
Так, надо же прочитать. Нанеси небольшое количество гель-скатки на сухую очищенную кожу массажными движениями, равномерно распределить по лицу до образования катышек. И все. Но потом, наверное, тщательно смойте теплой водой. И увлажните кожу любимым кремом. Вот, да, когда я это прочитала, потом я же заказала сразу крем. Ну, чтобы это было из одной серии. Так, для лучшего результата использую гель-скатку 2-3 раза в неделю. То есть можно через день использовать, ничего страшного не будет. Хорошо, попробуем. Так, там закупорено. Надо снять вот эту вот фольгу отсюда. Так, ну-ка попробуем. Я чувствую под руками такой, знаете, как миленький песочек, как микродерма, вот типа того что-то. Интересно, скатывается. Да, я смотрю, что здесь есть такие небольшие, как катушки. Так, ну нанесу я уже везде. На подбородок тоже. Я вижу, вот на руке уже, видите, как катушки. Вот то же самое на лице, вот такие катушки. Так, ну я думаю, что много времени не нужно это все катать. Оно, в принципе... То есть это, знаете, такой крем, который отшелушивает вот этот вот верхний тонкий слой, роговевший, когда клеточки вот эти на коже. И он их как бы скатывает. Ну, интересно. Еще как микропилинг такой. Кстати, поначалу оно как было, вот этой шершавости было побольше, а сейчас уже как будто гладкое, я чувствую. Как будто вот этих вот уже мелкого песочка, как будто уже и нету. Все, вот прям как будто гладкое лицо. Ну, пойду я тогда умоюсь и приду к вам. Ну вот, девочки, я умыла лицо. Смывается, кстати, тоже легко и быстро. И лицо прям гладенькое стало, приятненько. Ну вот оно пока у меня не пересохло сейчас. Я хочу нанести вот этот крем. Вот выглядит как. Так, открываем. Он такого розового цвета приятного, смотрите. Розовенький, видите? И как-то приятно пахнет. Только я не могу понять, чем пахнет. Ну-ка. Такое, знаете, я даже не могу сказать, как желе такое вот крем. Интересный. Легко, приятно наносится. Такой приятной текстуры вообще. Так, ну-ка посмотрим, сейчас он впитается весь или что-то останется на коже, как по ощущениям. Ну, вообще, я не чувствую, чтобы оно жирность оставляло, и в то же время я не чувствую, чтобы оно впитывалось прям полностью. Такая вот, как есть, как влажная поверхность, такое ощущение. В общем, мне нравится, и крем тоже мне нравится. И скатка это хорошенькая, и крем. Самое главное, что это очень быстро все. То есть это не то, что скраб, там его пока нанесешь, пока потрешь, пока смоешь. А вот эта скатка, она как-то быстрее работает и легче, и смывается быстрее и легче, чем скраб. Вот.
И крем. Ну, я вот еще похожу с кремом, с этим сегодня. Я только нанесла. Вот у меня, например, очень приятно, знаете, такое к лицу прикасаться. Такое нежное есть ощущение. И как будто лицо прям гладкое-гладкое, как прям после чистки лица. В общем, хорошее, очень хорошее ощущение. Вот, так что... Так, а тюбик я вам не показала. Вот, в общем, я довольна всеми этими своими приобретениями, довольна. Даже, видите, мы успели с вами кое-что еще и протестить. Но раз я губную еще свою вытерла, то я сейчас вот этой гигиеничной губной, не гигиеничной, скажем так, похудей называется губная. Я ее сейчас нанесу на губы. Вообще запаха нет, вообще никакого. Ну, так, по ощущениям, как обычный бальзам для губ. Ну, а как по результатам, посмотрим, действительно ли будет снижать аппетит, я вам расскажу уже в своих влогах, уже в других видео. Ну что, мои хорошие, на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, кому было интересно, полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч, пока-пока!